Ощущение потрясающее просто, просто без слов. И что касается цели удивлять, мне кажется, она достигнута целиком и полностью. Приехав сюда и увидев этот фильм, ему еще больше хочется работать, действительно, еще больше хочется творить, нести красоту. Атмосфера была великолепная, и настолько это было замечательно. Это было просто на одном дыхании. Слушать, вот как они перекликаются, одна тема за другой, это было просто бесплатно. Вот эта любовь, которая неслась через весь фильм, вот это желание донести все и желание делиться. Вот каждая вот эта частичка любви, которая в этом новом продукте, вот этим делиться. Потрясающий визуальный ряд, начиная от тех материалов, которые мы получили на входе, потому что их открываешь, и это уже как произведение искусства. Сам по себе фильм просто великолепный. Это, ну, огромное визуальное, это эмоции. И которые, наверное, будут побуждать творить. Ту речь, которую сказал Лев Охотин, это, безусловно, просто, просто великолепные слова, которые вдохновляют. Очень люблю продукт Estelle. Люблю абсолютно все, пользуюсь абсолютно всем. Самая последняя новинка, которая пришлась вообще по вкусу мне, это экранирование. Клиенты просто, как у нас говорят на Украине, в захвате. Город Петербург уже вдохновение. Новинки, тем более те, которые презентовали, это тоже вдохновение. Работа должна быть в удовольствие, поэтому хотелось бы, чтобы все, к чему прикасаешься, и сама работа с человеком, и тот материал, на котором работаешь, тогда все доставляло удовольствие.